Настольный теннис – довольно популярный вид спорта на Брещине. Заметен рост желающих приобщиться к нему. Из года в год в традиционном чемпионате проявляют инициативу работники разных ведомств. Овладевают навыками игры в свободное от основной деятельности время. Результаты во многих случаях близки к профессиональному уровню. В числе участников нынешнего соревнования 8 команд, 21 теннисист. В поединках встречались сильные спортсмены, как мужчины, так и женщины. Помимо командного зачета, участники чемпионата сражались и в индивидуальном первенстве. Брестская областная организационная структура – структура «Динамо» популяризируется не только служебно-прикладные виды спорта, как практическая стрельба, как рукопашный бой, самбо и так далее. Также популяризируются и игровые виды спорта для того, чтобы сплотить коллективы наших ведомств, популяризировать здоровый образ жизни. Это один из основных видов спорта, который входит в программу спортивно-массовой работы во всех подразделениях силовых структур. На чемпионате по теннису принимают участие спортсмены, прошедшие предварительный отбор в своих ведомствах. Несложно догадаться, в какой упорной и напряженной борьбе проходили состязания, с каким азартом состязались в поединках соперники. Этот вид спорта популярен во всех возрастах, поэтому и столько участников принимает в данном соревновании. Надеемся, что будет дальше популярная игра. А знаете ли вы, что первый крупный турнир между профессионалами по настольному теннису состоялся в 1900 году? На соревнования в столицу Великобритании съехались игроки со всего света. Настольный теннис любили многие исторические личности, такие как Фидель Кастро, Рональд Рейган и Мао Цзэдун. Вероятно, их захватывал азарт, а может быть, они знали, что несмотря на то, что в настольном теннисе игровое пространство очень мало, за матч игрок может пробежать более 5 километров. А еще неоспоримым является тот факт, что такой вид спорта вырабатывает отличную реакцию. Сам процесс укрепляет сердечно сосудистую систему. Он во много раз активнее волейбола и многих других подвижных видов спорта. Как бы там ни было, настольный теннис любят, и в этом можно было убедиться во время состязаний. На нынешнем чемпионате удача улыбнулась команде Брестского областного управления МЧС. Но это стало лишь стимулом для коллег из других ведомств.